Приветствую вас. Я думаю, что такой достаточно важный вопрос вы задаете, вот, потому что он, как мне кажется, возникает периодически у людей, так или иначе. Вот такая проблематика. Мне бы хотелось ее рассмотреть. Итак, как сделать так, чтобы молодой человек позвал меня к себе жить? Значит, что здесь хочется отметить? Три момента хочется отметить. Первое. Да, то, что вы хотите жить с молодым человеком. Желание это ваше собственное. Не имеющее ничего общего к человеку. А значит, эмоциональная направленность у вас здесь нацелена на саму себя, а не на партнера. Это может накладывать отпечаток на отношения. Отношения при таком подходе могут быть более эгоцентричными и более конфликтными, менее эмпатичными, менее, что называется, духовными. Если для вас это важно. Следующий момент. Человек, то есть вы, хочет, к примеру, жить с партнером, вот, со своим партнером. Но самостоятельно, брать ответственность на себя за то, что он хочет. Человек хочет, я имею в виду. Такого желания нет. И, на мой взгляд, это, в общем и целом, довольно серьезная проблема. Потому что, если вы хотите чего-то, то ответственность нужно за это брать. Именно что на себя. То есть нужно брать ответственность на себя за то, что вы хотите, а не пытаться, например, манипулировать человеком, чтобы он сделал так, как вы хотите. Вот. Идея это далеко не самая лучшая, к сожалению. Просто потому, что манипуляции могут раскрыть, вот, и придется объяснять, почему ты там не слон, и что с тобой не так. Вот. То есть это, на мой взгляд, проблема. Следующий момент, последний, на который я хотел бы обратить ваше внимание.
связан с тем, что если вы нацелены на то, чтобы жить с молодым человеком, ну вот вы хотите это, то автоматически это означает, что другие аспекты, ну, скажем так, вашего взаимодействия волнует вас, ну, не так, ну, не так сильно. И опять же это возвращает нас к вопросу о том, насколько ваши отношения, там, грубо говоря, ну, глубокие, да, насколько ваши отношения такие вот раскрывающие, насколько ваши отношения полны, скажем так. Вот. Момент этот достаточно важен, и на него нужно обратить внимание. Следующее, на что я хотел бы обратить ваше внимание. Следующее. Это, значит, момент мотивации. То есть, несмотря на то, что я говорил о некоторых негативных аспектах выбора такой модели поведения, несмотря на то, что я говорил об этом аспекте, вот, я все же думаю, что если вы этого хотите, если вы хотите, чтобы человек вас позвал к себе жить, то, на мой взгляд, имеет смысл его замотивировать, это делать. То есть без мотивации, если не мотивировать человека, если человек не замотивировать, вот, то ситуация может быть достаточно негативно в этом смысле, то есть я имею в виду, что необходимо придать мотивацию человеку, чтобы он вас хотел. То есть, грубо говоря, ему должна быть выгода от того, что он зовет вас к себе жить. Человеку должна быть выгода. Если этой выгоды нет, то он вас, соответственно, и не подает к себе. Просто потому, что ему это будет не нужно. Зачем? Вот. Поэтому данный момент тоже крайне важен. И вам для себя нужно ответить на вопрос. Что мужчина получит, если позовет меня к себе жить? Что он выиграет от этого? Что он приобретет? Если вы для себя на этот вопрос ответить не можете, то, на мой взгляд, в таком случае я думаю, что мужчина, скорее всего, к вам не, ну, не, вас не будет, потому что, повторюсь, ему в этом нет никакого смысла. Вот, смысл ему вас звать, если
Ну, если он для себя ничего не получит. Это как бы вот, к сожалению, смысла никакого в этом нет. Вот поэтому подумайте, какой ему может быть мотив, именно мотив вас к себе. Если мотивации нет, вот, то, соответственно, и нет никакого шанса, что он зовёт. Так что, вот, вам нужно об этом подумать, на мой взгляд. И, соответственно, когда и если вы об этом подумаете, когда и если вы для себя в этом направлении поработаете, вот, то, на мой взгляд, ситуация может наладиться, вот, в гораздо, ну, такой вот более позитивный аспект, скажем так. Вот это то, что я могу вам ответить. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация будет разрешена.